Друзья, привет! Приветствую вас на канале. Сегодня покажу вам, как я делаю тесто на пельмени. Именно на пельмени. Надо тесто, чтобы не разваривалось, но было среднетугое. Для этого мне понадобится вот чашка большая, 2 яйца, воды здесь где-то 300 грамм, соль. Ну и, соответственно, мука. Яйца я разбиваю сюда и наливаю воду. 2 яйца разбила, значит, я. Видите, какое желтенькое, отлично. Выливаю где-то 300-350 грамм воды. И насыпаю соли. Ну вот у меня столовая ложка, но такая как бы не сильно глубокая. Без особого верха. Так, вот это вот все размешиваю. Ну так. Чуть-чуть. И сюда всыпаю муку. Всыпаю муки побольше, чтобы тесто было, ну, как бы туговато. Ну, сейчас покажу. Муку просеяла, насыпала и начинаю замешивать тесто. Почему я делаю на яйцах? Ну, яйца они как-то скрепляют и тесто не так разваривается. Ну, вот это явно муки, мне кажется, маловато. Можно сразу подсыпать еще, потому что оно сейчас легко замесится. Вот, но надо, чтобы туго. Но не так туго, как на яичную лапшу. Но довольно-таки туго. Еще добавляем муки. Муку добавляю на глаз. Ну, как бы смотрю по процессу, если надо, еще подсыпаю. Вот сейчас немножко так ложкой замешу и буду вымешивать уже руками. Вот. Смотрите, тесто получается такое, как бы видите, туговатое. Не очень-то замешивается. Но я к этому и стремилась. Сильно тугое не надо, но и мягкое. Я не люблю на пельмени, на домашние. Когда начинаешь варить, оно тогда будет раскисать. Вот сейчас еще немножко позамешиваю в чашке и перехожу на стол. Стол у меня такой как бы каменный. Очень удобно на нем вымешивать. Я люблю на столе. Потом легко убирать это все. Вот, видите, как вымешивается тесто. Так, ну что, переходим на стол. Ну вот, с чашки, видите, вот такие ошметочки. Бабушка моя называла это затиркой. Войну готовили. Ну вот, это вот все я должна вмесить в свое тесто. Пока в муки не подсыпаю, сначала давайте вмешаем в это тесто. Начинаю вмешивать вот сюда. Чем сильнее прокатываешь, тем лучше оно прижимается. Вот так. Можно в середку сложить немножко. Оно тоже будет рваться, но все равно тесто вот сейчас не такое тугое, как на лапшу. Но на пельмени в самый раз. И катать его будет хорошо. И лепить. Вот видите, мука почти вся ушла. И это у нас бесплатный фитнес. Уже аж в жар бросает. Так что два в одном. Три в одном. Третье это сделаем вкуснющие пельмени и съедим. Видите, практически вся мука. Вот, все ушло. Ничего не осталось. Ну, видите, тесто еще такое, как бы пористое, не разошлось.
Теперь сейчас еще буквально вымешу минуты 2-3 и положу в полиэтиленовый пакет и поставлю растаиваться приблизительно на полчаса. Это как минимум полчаса, а лучше час. Поэтому я тесто часто мешу заранее. Сейчас тесто вымешу и тогда уже потом буду готовить фарш. Ну вот, тесто я вымесила. Видите, оно еще такое, как бы немножко рыхлое такое. Но уже вот и к рукам не липнет. Все, пакет полиэтиленовый хорошо завернуть, чтобы воздуха было как можно меньше. И положить. Можно оставить на столе на час. На этом все, друзья. Вот так я замешиваю пельменное тесто. Поделилась своим секретом. Для меня это идеальное тесто на пельмешки. Ну все, не жалко, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И пока-пока.